Всем привет, на связи Экосплей, у нас снова Second Sight. Продолжаем мы шариться по психиатрической клинике в поисках нашей подруги Джейн Уайлд. Давайте же ее найдем. Ох, ёбана. Иди нахуй. Блять, пацаны идут. Не-не-не-не-не. Сюда же бегут, да? А. Так, этим пацанам не до меня. Надеюсь, камеры здесь нет. Блять, идите нахуй, пацаны. Так, я успел. Хорошо. Так, а вот это вот не очень хорошо. То есть вот парапсихические способности есть только у Джона и у Джейн. Остальные даже вот не на толику ими не обладают, чтобы вот в момент его вот этого внушения его обнаружить. Даже у джедаев не на всех, и эта джедайская вот эта джедайская магия работала. А тут ишь ты. О, здрасте. Хе, блин. Интересно, а изнутри я дверь смогу открыть? Или здесь... А, нет, здесь прохода нет. Дверь не закроется, я понял. Всех сейчас выпущу. Сорян. Я не знал, что вы здесь. Так. О. Здрасте. Это интересно. Ах, какой же вкусный чай. Что здесь делает вообще шар для боулинга? Он же может кого-нибудь ею это покалечить. Всем насрать. Хорошая клиника. И конкурсы у них интересные. Хуль ты, блядь, стреляешь? Так, давай ты не будешь вставать. Так, все. Теперь... Блядь, тихо! Тихо, 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 тихо! Ёбана отхлёбана. Пиздося. Пиздося нахуй, пиздося. Пиздося, 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 пиздося. Идите нахер. Все, мне остается только ждать. Пока охрана
не успокоится. Ну, патруль охраны немедленно выйти на связь с центром управления. Это я зафейлил, конечно. Пациент 3. Серьезное улучшение клинической картины вследствие применения корректирующей шоковой терапии. Естественно, я бы тоже сказал, что... А, то есть при психах я могу спокойно исчезать. Они меня типа не палят. Ну, окей. Это только с адекватными личностями, значит, не работает. Так, ну чё, погнали? Где же все пираты? А, герцог Веллингтон, я ожидал вас. Готовы ли ваши армии? Да. Принцесса, я должен спасти принцессу. Так беги. Я не знаю, что я тут делал. Я был продюсером компании, которая выпускала компьютерные игры. У меня все так хорошо получалось. Где мои планы? Ну, не знаю, чувак, не знаю. А кто ты вообще? Мне нравится. Только как туда проникнуть, да, хрен его знает. Закрыто. Что-то написано. Фил так и не нашел запасной ключ от поста видеонаблюдения. Наверное, психи сперли. Надеюсь, они его не слопали. Какие же вы молодцы. Ёбана. Я смогу туда пробраться? А туда? Ладно. Блин, от этого чая прям не могу оторваться. Так. Этот пацан опять вернется. Я его сделаю. И продолжим искать ключ. О, транквилизатор. Отлично. Спи, моя радость, усни. Так, терминал заблокирован, давай. Mad to be here, да? Хорош. Так, всему персоналу от управления. Тема «Новый код». Коды доступа к электронным дверям были изменены. Новый код для первого этажа 7791.
Блять, я не запомню. В сетке ничего. Нет диск в приводе, ошибка чтения. Понято. Но это было полезно. Есть что почитать? Охуеть. Так, давай-ка. Так, а где-то здесь камеры должны быть, да? По идее. Вон камера. Дойдет до конца. Видимо, нет. Так, минус камера. Как же ты брутален, Джон. Так, тут у нас кто? О, аттракцион. Что? Кого? Это для кого? О, где-то что-то написано было. О, ебать. Тубзик. Когда ж я уже дойду, куда мне надо? Это вообще кто? Что это за место такое? Не, ну здесь, если я не ошибаюсь, можно прятаться. Бля, не-не-не-не-не. Заперто. Возможно, мне, кстати, туда. Вот сюда и надо. Только как туда попасть? Из этой камеры туда есть проход? Да, что ты делаешь? Акробат. Сейчас разберемся. О, дробаш. Блин. Ну это что, непрошибаемая, что ли? Кажется, ничего. Да ничего не произошло, чё ты паришься? Закрыто. А чё ты постеснялся-то открыть? Заходи.
Во. А ты куда, слышь, чувак? Ага. Ну это, конечно, хорошо, что ты меня ожидал. Какой доктор меня слышал, алё? О. А вот там дискетка какая-то лежит. Как её поднять? Так, я понял. Телекинез. Дай-ка сюда. Ага. А это что? Взял. Пошли читать. Пошли читать. Дискетку надо прочитать. О, а что тут написано? Выписали новый код доступа к воротам и оставил на винте напоминание. Скажешь спасибо потом. Так, давай. Так, дискетка. О, а что это такое? X-измерение. Сука, нах. Кто меня запалил? А главное, чем? Что это такое произошло? Патрули охраны, немедленно выйти на связь с центром управления. Что произошло? Судя по всему, в эту игру пока играть нельзя. Задолбали, короче. Стараешься тут по-тихому, стараешься. Нет. Нихера. Как этот сам с собой тусует, ему нормально. Ему и без меня норм. Где моя подруга-то, алё? И все? Сейчас я чувствую, заблужусь в этой всей херне. Ой, блядь, жопа. И что меня... И что меня запалило? Я пока не понимаю. Все равно не понимаю.
Дальше рассматривайте. Видать, доктора напугал. А он поднял тревогу. Что делать-то, ну? Давай проекцию вызову. Тогда мне, если честно, непонятно. Типа как, чё, кого? Блять, да иди ты в пизду. Какого хрена? Какого хрена сигналишь? Не понимаю. О. А, камера, что ли? Нет. А чё пишут? Главное, дробовик я достал. Ну-ка, иди сюда. Типа вот так это должно работать, да? Так, ну-ка пошли со мной. Я ж надеюсь, ты не сломаешься.
Блин, честно говоря, пока не знаю, как тут действовать. Вроде все пролазил. Все очень странно. Полежи. Пока. Чувак просто мимо проходил. Отвечаю, вот тут последняя комната. И мне в нее. Вот мне сюда. А, не, мне не сюда. Мне вот туда дальше. Никакой электроники вот этой. И все. Ну и ладно. Ебать, сложности были. А, окей. Никто другой не сможет нас спасти. Ну, контрольная точка. Да ёбана. Спрячься нахуй. Хули вы меня паникуете опять? Все ж нормально. Ладно, раз уж контрольную точку мы прошли, давайте на этом на сегодня будем заканчивать. Долгая локация, очень долгая локация. Я был прав. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до следующей серии.